Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы продолжим проходить Layers of Fear. И с вами Волкофрения, Лучи Добра, и мы начинаем. Так, я готов. Я готов, пацаны. Я готов. Звук у меня очень громкий. Я в наушничках, поэтому будет еще страшнее, чем обычно. Итак, поехали у нас. Мы остановились на том... Что-то пробежало. Что-то пробежало сейчас. Крыса, скорее всего. Как обычно, любят бегать. Нет. Ой, опять мурашечки. Кто там смотрит? Твою же шмаковку. А-а-а! Скайп еще меня напугал, черт возьми. В общем... А чё, перестань смотреть на меня. Так, в общем... Опять эти звуки, опять эта музыка. Опять страшное что-то творится. В этом доме... И сыкотно, я вам скажу, мои дорогие, уже становится. Я только начал, и у меня вроде бы светло в комнате. Ну, как бы в комнате светло, но вечер, конечно. Блядский кот! Простите меня за мат, ребят. Что за жесть? Как всегда пугают меня звуками, а? Любят они это делать. Дорогая, не плачь. Я иду к тебе. Есть туда вход, а есть сюда. Честно, не хочу идти туда. Почему-то я. О, есть комнатка. Оп. Опа. Вот ты правильно, что я не пошел туда. Потому что там делать нечего. Так, что это у нас? Опачки. Что-то мы собрали. Шашечки. Но тут не хватает. Где еще есть шашечки? Давайте. Поищем в ящичках. Музыка меня просто... А вот. Встала? А, еще одна. Музыка просто меня... Угнетает. Опа. Я буду петь, вы не против, ребят? Я буду петь. Просто я хочу попеть. Блин, мурашки. Ой, страшный ребенок. Страшный ребенок. На картине был. Там другая была картина. Опачки. И я тут, ребят. Что делаем? О. Проходим. Да это та же самая комната. Вы водите меня кругами, да? Ну да, да, конечно. Давай еще. Так, что-то здесь не так. Опа! Ох, едеть, колотить, что происходит вдруг. Что за... Смешно тебе, да? Смешно тебе. Черт возьми, я чуть не обкакался от страха. Штанишки чуть не наложил. Смешно ему, блин. О-о-о. Тихо-тихо, не кричи. Мне кажется... Блин, да что происходит здесь такое нахрен вообще? Что здесь не так с этим домом? Ага, сейчас. Думаете, я...
Что-то там не так. Давай! Давай, заходи! Давай! Давай! Выходи! Нет, не хочет, он ссыться, боится. Давай! Давай! Нет. Боится! Тролляка, пососяка. О, светлые коридорчики я люблю. Здесь никаких ужасов. Все хорошо, спокойненько. Аккуратненько. О, комнатка. А вот такие комнатки. Я, блин, терпеть не могу. Давайте, может быть, дальше. Да. Явно придется заходить. О-о-о. Что делаем, пацаны? Что здесь нам надо сделать? О, что-то надо было взять. Ага. Кубики. Опять кубики. Краски. Группу краски. Тере-тере-тере. Так, здесь у нас ничего. Здесь тоже. Юла нам не нужна, я думаю, правильно? Правильно. Кукла страшная. О! Ключики. А ключики для шкатулочки, скорее всего. Да. Опа! Нет, я не могу двигаться, черт! Сейчас меня будут жрать, откусывать кусочки плоти из меня, от меня просто по частям меня разрывать, а я буду так крутиться с этими лошадками по кругу. Клоун. Так, уже что-то нездоровое, вообще нездоровое происходит. Дверь стучат! Открой дверь! Мать твою! Что ж ты крутишь? Ого. Это не дверь. Это не дверь, ребят. Ой-ой-ой, жуткие куклы. Ой-ой-ой. Ого. Блин, пацаны, страшно. Отпускай меня! Скорей. What the fuck? What the fuck? Что-то такое непонятное, нехорошее происходит. О-о-о, чё там? Талантливый? Или... всё хорошо, всё в порядке, ка? Everything. В тёмной комнате. Тёмная комната. Очень тёмная комната. Нет! Нет, там глаза... О, давай. Зажигаем... Вы хотите меня напугать куклами? Серьезно? Хе-хе-хе. Я иду к тебе в твои объятия. Это было не страшно. Правда, мурашки бегали. Но это было не страшно. Давай, открывай. Что такое-то? Признаюсь. Мурашки были. Но это все, что... Ага. Это специальная кисточка. Такая, как у... Не такая, как у коня. Но что-то другое, что-то похожее. На конский. Черт. Мать твою. Воу. Это, походу, человечьи волосы. Волосы человека. Тебе смешно, а мне обидно. Мне страшно. Но не сегодня. Мы должны закончить это дело. Правильно, правильно. Вперед, мадафака! Вперед! Ух ты! Хорошо. Здесь наша хата. Нам не страшно здесь. Будем рисовать дальше. О! Открылось у нас все. Чуть-чуть осталось. Да, три штучки. Рисуем.
Что же будет? Что же будет здесь? А вот это уже вырисовывается человек. И не простой, а живой. Золотой. Ладно. Поехали. Человечек. Я буду петь, когда мне будет страшно. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. Пробежала по часам. Часы. Что-то там. Созвала стаю. Прибежала стая. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Блин, навсегда запомню эти слова, мне кажется. Hickory dickory. Воу. Полегче, парень. Здесь что-то все серьезно. Воу. Полегче. Полегче. Не нравятся мне эти звуки. Hickory dickory. Что тут с корзиной стало? Опачки. Ой, глаза. Черт, везде глаза. Они смотрят на меня. Вот это галюны. Неприятненько. Очень даже неприятненько. Так, вставай! Соберись, тряпка! Вставай! Давай! Давай! Мы должны порваться. Мы должны порваться. Hickory dickory duck. Ладно, пойдем отсюда нахрен. Так, опять тут. Че, кого? Сраные крысы. Откуда вы? Пошли отсюда. Зря я выключил свет. Ну ладно, пошли. А, бля! Эй, открывайся. Открывайся. Что за жесть? Как можно вот такое нарисовать вообще? Это же не прикольно. Ой-ой-ой. А! Я не понимаю, что происходит. Так, так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, только не темно. Только не темно, пожалуйста. Включите кто-нибудь нам светик. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Включи свет. Плиз. Фак, сейчас. А это была стая крыс, походу. I'm telling you, there are rodents everywhere in this shithole. Maybe if you stopped feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Не ори ты, ёб твою мать. Не ори, чудобрек, и так стрёмно. Завязывай ругаться тут. Надо выжить нам. О, нё!
ладно, это было не так страшно, как книги, вылетающие из шкафчика. Твари, блин, просто твари. Как можно так пугать? Ладно, хикори-дикори-док. Ньоу. О-ху-ху-ху-ху. Что за жесть здесь? Решили меня напугать стулом, да? Обычным стулом? Я не боюсь стульев. Крыска. Опачки. А, блядь! Сучка! Там было написано: не смотри назад. Не оборачивайся. Конечно же, надо было обернуться. Ну как же так? Ну написано же, не оборачивайся. Надо было обернуться. Son of a bitch. Ну я тебя сейчас сам найду, ты запарила. Запарила меня пугать, честное слово. Пошли. Вперед, мадафак! Вперед. Так, что это за черный жизнь? Get off my fucking back! This is what helps put money on the table. It's not like you're any help to me anymore. Что-то, короче, голяк какой-то. Там про алкоголь что-то. Про деньги. Кровь, деньги. Алкоголь. Хочу шкаф открывать. Опачки. Понятно. Значит, шкаф. Хе-хе-хе, привет. Заходим. Привет от старых штиблет. Так, что здесь? Так, здесь потягушеньки надо. Здесь ничего. Давай тянуть, открываем. Мы кому-то делаем больно? Все? Да, ты смотри, а? Нет. Дай мне света. Ну и, конечно же, по старой доброй традиции. Сейчас свет выключится к чертям. Так. Ох уж эти двери. Хе-хе-хе-хе. Я тебя не боюсь, крысочка моя. Фу, лифт. Сваливаем, сваливаем. Сваливаем, сваливаем отсюда. Здесь плохой этаж. Не туда? Ага, так и заработал, да? Ну, хоть в лифте можно нормально проехаться спокойненько. Посмотреть, что там на этажах происходит. На других. Так. Там фигня какая-то. Ой, не, только не лифт, пожалуйста. Нет, я не люблю лифты. Нет. Пожалуйста. Кто-то идет. Кто-то идет, кто-то стоит. Или мне кажется. Кто-то идет. Там идет эта сучка, бич. Мадафак. Где ты, сучка? Ой. Че, вылезаем? Оу! Ба-ба-ба-ба! Сонова бей! Охренеть. Опять она нас сделала, сучка, даже в лифте поймала, дрянь какая, ты посмотри, а? В лифте поймала. Что за звуки, мне не нравятся эти звуки.
Что такое? Это что ж такое, да? Ребят, вы, конечно, извините меня, что я ругаюсь постоянно матом. Ну, никак не постоянно, конечно. Ничего здесь не будет. Ну, частенько проскакивает, потому что это жесть какая-то, реально. Реально нереальная жесть. Так, здесь явно эта дырка с лифта, да? Куда нам не удалось доехать? Типа, ты меня приглашаешь? Приглашаешь меня в дверь открытую? Are you serious? Ты думаешь, я зайду туда? Где сидит девочка? А я зайду туда? Она явно не хочет, чтобы я туда захотел и ее спасал. Мне кажется, в этой ситуации мне нужна помощь. Меня должны спасать. Здесь какая-то хрень. Йоу. Фу. Хе-хе-хе. Опять этот писюнец смотрит на меня. Опять этот маленький писюнец зыркает. Хикори. Блядь, да что ж ты за человек такой, а? Ну зачем так пугать? Где телефон? Где телефон, алло? Ага. Так, 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 чё кого? Чё кого? Опачки, отходим. Встречаем. What? What the fuck? Здесь телефон. Так, и чё звонить? Понятно. Надо, нужен номер, по которому звонить нам придется куда-нибудь. В 911 можем, в принципе, набрать. Как вы смотрите на то, чтобы набрать 911? Крысы дохлые? Нет, спасибо. Фу, какая-то зябка. Чё за хрень-то, а? Ха-ха-ха. 363. Я предлагаю набрать сначала 911. Как вы на это смотрите? Девять. Один, один. Пожалуйста, помогите. Help. Help, please. Не хотят они отвечать. 362. Что там было-то? 363. Все. Уходим. Что-то сейчас будет-то. Будет сейчас что-то. Ну что такое-то? Ёма народ. Чё за жесть? Вот это жесть. О, и дверь появилась. Ребята, вот это гениально просто. Я бы дал просто премию Оскар, опять же. Премию Оскар, ребятам, не Оскар, а какая-нибудь там игровая суперпремия, я бы им отдал. Инди-разработчик. Супер. Вот это красиво сделано, конечно. Страшно красиво. Ноу! Только не коридор. Thank you. Спасибо, что поиграли в ранний доступ. Версию Lair of Fear. Спасибочки, чувачок. Фидбэк, отставьте отзыв. Все? Не будет пуганик сейчас каких-нибудь пуганик, шуганик? Не будет. На этом мы прошли игру Layers of Fear. Друзья, супер игра. Супер стрёмная, страшная игра. Супер ужастик. Обязательно стоит играть. Я трухана давал здесь ой-ой-ой сколько раз. Всем лучей добра. Играйте в хорошие игры и в Layers of Fear, друзья. Это круто. Пока.